В эфире информационный канал «Город», и мы продолжаем. Сломали по ошибке. На улице Семашко в микрорайоне Коминтерн подрядчики перепутали участки для ремонта и демонтировали тротуар, который сделан за счет жителей. Если бы история закончилась тем, что дорожники, извинившись за свою ошибку, сделали людям новый тротуар, это был бы настоящий хэппи-энд. Но не в этот раз, подумали подрядчики, и сделали единственный участок дороги просто непроходимым. Осенью, когда будет дождь, здесь будет каша, грязь. Люди все равно обходят, идут по дороге. То есть вот идти вот реально ноги переломать. Именно так и выглядит сейчас так называемая работа над ошибками подрядчика, который по ошибке разобрал старый тротуар. Рядом идут работы по программе формирования комфортной городской среды. Дорожники что-то напутали с участками и убрали деревянный настил, который устанавливался за счет жителей и служил пусть не асфальтированной, но крепкой и единственной пешеходной зоной. Если мы обратим внимание, противоположная сторона, там идет забор и отсутствует тротуар, это единственная возможность пройти вдоль улицы. Здесь находится рядышком поликлиника. С такой смесью старого асфальта и земли здесь не пройти и после небольшого дождя. Вся вода с дороги будет стекаться сюда, потому что теперь пешеходная зона ниже уровня дороги. Прежний настил был на порядок выше, вернуть доски и сделать, как было, подрядчик не может. Говорят, увезли тротуар в неизвестном направлении. Не исправляют и эту насыпь. Активисты ОНФ обратились в администрацию города с требованием заставить дорожников исправить свою работу.